Джон Сноу возвращается в «Игру престолов». HBO снимает сиквел сериала «Игра престолов». В центре сюжета окажется один из самых пиздатых героев «Игры престолов» Джон Сноу, роль которого, конечно же, исполнит просто лучший Кит Харингтон. За эту роль актер был дважды номинирован на премию Эмми и полюбился зрителям как самый четкий и охуенный воин. Движение нового сериала будет происходить после событий, описанных в «Игре престолов». В финале сериала Джон Сноу узнал свое настоящее имя и был изгнан из Вестероса, чтобы начать новую жизнь. Появятся ли в сиквеле другие герои сериала, например, сестры Джона Сноу, Санса и Ария Старк, пока хуй его знает. Напомним, что съемки в «Игре престолов» дались Киту Харингтону пиздец как тяжко. После завершения сериала он впал в глубокую депрессию, а после окончания съемок в сериале актер на год забил болт на его актерскую карьеру и даже отправился в реабилитационный центр, где лечился от алкогольной зависимости и депрессии. Этим летом на экраны выйдет еще один спин-офф «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Действие сериала происходит за 200 лет до начала событий, описанных в «Игре престолов». «Дом дракона» стартует 21 августа этого года.